ребят, в принципе, и все. Поменяли опорные фланцы на стиральной машинке вот с вертикальной загрузкой. У меня в комментариях писали, а как вот типа вот эти подшипники фланцы меняются. Да вот так и меняются. Вы сперливается все гнилье, ремонтные выписываете через интернет или покупаете в магазине. Болтики с нержавеечки идут в комплекте, гаечки. На герметик сажаете, чтобы опять туда же не попадал стиральный порошок, раствор, да, и не разрушал эти фланцы изнутри. Поэтому тщательно там все герметизируем. Поэтому тщательно там все герметизируем, порошок не попадает, не разъедает. А с улицы он смывается относительно. Ну вот, в принципе, и все. Ну, как менять подшипники, я не стал вам показывать. Банальная простая штука. Ставим на место шкивочек. Сейчас сильно все это не затягиваем. У нас нету всего остального бака. Тут пластмасски, одна, вторая, третья, щечки. Осталось возле стиральной машинки. В мастерскую вот принесли и заменили флянчики. Тут есть инструмент. А все остальное просто не привозим. Зачем катать зад-вперед? 50 кг веса. Правильно? Правильно. И вот резиночки еще уплотнительные, они идут. Сейчас мы их вот так привяжем, чтобы они были уже в комплекте. Нет, тут они потеряются. Тут они сейчас потеряются легко, порвутся, они нежные. Вот тут сделаем. Вот так раз и спрячем их где-нибудь внутри. Все. Резиночки у нас остались, это все остались, а теперь они не порвутся. Резиночки будут ставиться потом уже прямо на месте при сборке стиральной машины. Ну а наша с вами работа закончена. Поэтому ремонтируйте свои или соседские стиральные машины с вертикальной загрузкой. Всем пользуемся стиральных машинок. Это огромнейший вот такой огромный такой привет. Ну и будьте здоровы. Всем пока.